Приветствую вас, мои дорогие! Сегодня у нас новый урок, и сегодня я буду учить вас делать массаж живота и рук с помощью сухой щетки или мочалки, с помощью силиконовой банки и с помощью, собственно, самих наших ручек. Как мы обсуждали уже на прошлом уроке, щетка обладает не только прекрасным отшелушивающим действием, но и прекрасно усиливает лимфообращение, и достаточно даже 5 минут в день, чтобы помочь нашему животу и рукам, и, собственно, всему телу избавиться от отеков. Живот – это, наверное, одна из самых больших проблемных зон женщин и мужчин. И вот сегодня мы будем учиться от нее избавляться. Начнем мы с вами с массажа с сухой щеткой или мочалкой. Начинаем с рук, да. Проходим переднюю грудную мышцу обязательно. Делаем по 10 повторений на каждую зону. Зону живота по часовой стрелке по кругу. Перед делаем массаж перед принятием душа на сухое тело без масла. Покажу вам наглядный пример зоны живота. Мы берем щетку или опять же мочалку и круговыми движениями по часовой стрелке обязательно прорабатываем зону вот здесь лимфоузлов, обязательно сам живот по часовой стрелке, да, бока мы можем в бок, можем вверх, можем вниз. Также у нас лимфоузлы находятся в паховой области, и вот прям тоже здесь и по часовой стрелки, да, и так по 10 повторений. Далее берем масло, уже какое вы хотите, на ваше усмотрение, можно кокосовое, я люблю кокосовое, оно натуральное, без задушек. Вы можете взять разогревающее, видите, как животик уже разогрелся, а я даже не сделала 10 повторений. И также берем силиконовую банку, присасываем ее и круговыми движениями разогреваем ткань, жир топится, мы радуемся. На боках точно так же можно вверх, можно вниз. Принцип вам понятен, я думаю. И также немножко вытираем руки от масла. И вот эту проблемную нашу зону прям как тесто берем и разминаем. Прям чувствуем жировую складку под руками и избавляемся от нее. Также бока можно тоже как тесто схватили и разминаем. Прошлись потом ручкой тоже по часовой стрелке. Что касаемо рук, мы точно так же проходим сухой щеткой, потом берем масло, наносим масло, разогревающий гель, крем на ваше усмотрение. Точно так же присасываем баночку и можем ей поводить. Снизу вверх. И я даже бы рекомендовала вам пройтись по передней грудной стенке. Тоже присасываем и разводим в подмышечную впадину. Точно так же запустим лимфообращение. Что нам дает такой несложный домашний массаж? Мы усиливаем лимфообращение. С помощью щетки поры открываются лучше и токсины выходят быстрее. Клетки омолаживаются, быстрее обновляются, с помощью чего кожа становится гладкая и шелковистая.
мощнейший дренажный эффект, избавляемся от целлюлита, избавляемся от ненужных лишних сантиметров в области предплечья и подтягиваем его, и, конечно же, в области живота. Изучайте, пробуйте. Я думаю, что мы достаточно быстро с вами достигнем результата. И до следующего урока.